Про семейство оралевых, которые можно выращивать у нас в саду. Знаменитый женьшень, конечно, мы пробовали, но у нас ничего не получилось. Но, тем не менее, есть второй женьшень, элитрокок. Такие же у него пальчатые листья. Известны лекарственные из него препараты, можно делать самому. Используется корень, но можно и листочки молоденькие резать. Там добавлять можно. Легко размножается от корня. Если ему создать хорошие условия, он может разрастись шире. Вот буквально за год такой вырос. Под снегом не подмерзают, да и над снегом уже здоровые растения не подмерзают. И даже могут цвести. До этого рос, у меня давал плоды даже. Правда, не совсем вызревшие, но все равно цвел хорошо. Так, это, кстати, элитрокок колючий. Может быть, кто-то выращивает еще у себя элитрокок сидячий цветковый. У него меньше колючек, они такие реденькие. Ну, по-моему, даже ареал даже севернее элитрокок колючего. Где его лучше всего выращивать? Ну, это оралевые лесные растения, соответственно, их где-нибудь в полутени. Ну, в тени он, конечно, будет. Это медленнее, ну, на зиму. Чтобы полдня была освещенность, самое оптимальное. Ну и, конечно, не пересушивать. Ну и любит, конечно, он влажность воздуха. Если когда сухо, лучше его опрыскивать.